Привет, друзья! Сегодня хочу сделать краткий обзор моего бензинового стримера или газонокосилки. Значит, его особенности и плюсы тем, что у него большая ручка, то есть считается как, наверное, мотоциклетный руль стиль, прямой вал. Здесь имеется возможность редуктор смазывания масленка. Плюс у этого стримера, скажем, если заканчивается или обрывается шнурок, то его просто стукнул об землю, и данный механизм позволяет по инерции провернуться и выпустить больше шнурка наружу. Значит, плюс. По модели. Значит, не уверен, кто производитель. Это называется Zenoh. Так, где тут? Zenoh Komatsu. Ро-43. Значит, имел другой стример, который был похожий, но у него была большая часть из пластика. Значит, здесь идет весь редуктор, задняя часть, все металлическое, скажем. Данный выключатель, видно, что он не дешевая штамповка. То есть сам по себе стример, он, скажем, может быть, по уровню в свое время был, как сейчас, штиль. Он уже не новый, но до сих пор служит хорошо. Значит, что я в нем переделал? Значит, потерял крышку. Пришлось мне взять, скажем, держится. Но пришлось мне взять от бутылки Ленор. Здесь. Может, даже не от Ленор. Нет, по-моему, от Ленор. Уже давно сделал. Внутри приделал, просверлил дырочку. Поставил резин, две дырочки, точнее, поставил пластик, вот там вот видно пластик, просто кусочек пластика, который приделал болтиком. Соответственно, когда внутри нужен разрежение, нужен воздух, воздух всасывается, при этом в случае там брызг или потряхивания, то бензин наружу не выходит. Да, конечно, не закрывается, так как оригинально, но не спадает, держится. Тогда по поводу еще. У бензобака, значит, этот карбюратор не имеет возвратки, только один шланг. И у меня так получилось, что вот здесь вот было крепление, вот куда шланг выходил. И у меня эта резинка, она разносилась и лопнула. И, соответственно, весь бензин у меня вытек. Резина бензостойкая, поставил простую резинку, она у меня развалилась через пару дней. Опять бензин вытек, ну, правда, немного. Значит, что я здесь сделал? Я просто взял эту резинку, которая осталась у меня. Снаружи болт, шестерка. Снаружи, снутри гайка. Затянул. Значит, эту дырку задел. Там дырка примерно 7-9 миллиметров. От 7 до 9, точно не помню. А здесь просверлил новую дырку. И отверстие, извиняюсь. И шланг вставил, скажем, почему здесь. Плоскость, в случае чего, если нано будет, я ее заделаю, не нужно, то же самое, поставлю шайбочку и заделаю. То есть можно было сделать это здесь, но тогда бы это была не плоскость. Вот. А второе, это выше уровня топлива обычного, то есть я не наливаю полный, скажем, до половины. И, соответственно, меньше вероятность, что здесь будет просачиваться. Но отверстие, сам шланг, он больше, чем 5,3 миллиметра, отверстие высверлил на 5, соответственно, шланг влез с трудом. Ну, знаю, что некоторые производители, скажем, если не ошибаюсь, каких-то бензопил, то у них в баках нету резиновой прокладки, которая промежуточная между шлангом и баком, а именно вот так. То ли это был какой-то бензинокосилка и какая-то еще бензиновый агрегат. Так вот, значит, по поводу что еще? Еще у него ножка сломалась. Что я сделал? Я взял пистолет от
силикона, точнее, чем силикон вдавливают. У него есть, в пистолете есть две таких пластины с обеих сторон. Вот я одну обрезал, выгнал и прикрутил. Держится уже несколько лет. А минус у этого стримера то, что у него свеча находится снизу. И в случае, если вдруг, например, не обратил внимания на этот выключатель, я ставил его в положение выключено, ты можешь дергать его до посинения, он не заведется. Но при этом за это время цилиндр будет полный бензина и свечу зальет. Соответственно, нет варианта, как придется выкручивать и чистить. Вот так, в принципе, уже несколько лет доволен. А, ну, конечно, фильтр. Когда я его купил, он был не на ходу. Не было карбюратора, не было фильтра. В принципе, не было этой вот крышки. То есть он был на разборке. Вот. Но нашел и карбюратор чего-то другого, похожий по отверстию. Просто по креплению поставил. В принципе, все подошло. Карбюратор, возможно, был очень похожий. Вот. Но фильтра не было. Пришлось сделать. Просто взять какую-то пластиковую банку. Обрезал ее. Извиняюсь, что уже темно. Обрезал ее с днища, скажем, вот здесь где-то сантиметров 5, нет, даже меньше, наверное. Да, 5 где-то сантиметров. Вот. Внутри я сделал поролоновый фильтр, поставил. Здесь не сверлил дырок. И, в принципе, работает. Вот. Так что по поводу стримера советую или новый покупать, или покупать бэушный, но такого формата, как этот, с большой ручкой и с большим двигателем. Да, двигатель, кстати, не самый маленький, поэтому мощности у него хватает. И еще скажу, что этого, повторюсь, все металлическое. Все, если какие-то комменты или вопросы, пишите. Всем спасибо.